Всем привет! С вами снова мы, семья Кукановых. Я мама Ксения. Его мне 5 лет. Сегодня было наше 13-е посещение соляной пещеры в режиме галогигиены. Сегодня у нас 17 ноября. Мы засопливили, пользовались акваросой. На пятый день насморк практически прошел, но не было ни зеленых соплей, никаких, были просто прозрачные белые сопельки. По сравнению с предыдущими болезнями, то есть того года или этого года весны, все проходит значительно быстрее. Это удивительно и сказочно, потому что раньше любой насморк, любая простуда переходила в что-то страшное, несмотря на всякое лечение. Вот, ну в садик мы не ходили, теперь будем ходить. Всем пока! Подписывайтесь на соляную пещеру Ассоль. Смотрите на сердечко.